Здорово, пятерка, я шестерка. Наоборот, заново, давай. Здорово, пятерка, я 31-й. Мистик 31, собственно. Я так понимаю, мы с тобой будем общаться цифрами. Вот, так что дальше там. Короче, давай длиннее. У меня для тебя есть предложение. Я посмотрел, у тебя есть треки, короче, разные. У меня тоже есть треки. Я тем более возвращаюсь в музыку. И есть предложение нам сделать совместный трек. Я думаю, это может быть бомбически. Просто напиши мне. Я как бы не хочу здесь концепцию рассказывать, потому что думаю, это нужно все-таки нам лично обсудить. Короче, ссылочка на мой ВКонтакте есть в описании. Я тебя уже добавил. Добавляйся. Я не знаю, обсудим либо ВКонтакте, либо в Телеграме. Короче, где угодно. Я вообще модный, молодежный. У меня есть все мессенджеры, даже WhatsApp, Одноклассники. Короче, все есть. Везде можем обсудить. Так, на затравочку, у меня есть уже готовых 7 крутых треков, не по Майнкрафту. Они как бы, знаешь, вот именно как от артистов. В общем, не буду ничего рассказывать, просто пиши мне, сделаем бомбу какую-то, сделаем. Все, ребятки, всем пока. Небольшое дополнение. Здравствуйте, я вам вещаю с кружка. Короче, пятерка, у меня еще на странице есть первый высший трек за долгое время. Хочу сказать, что это далеко не самый мощный трек. Есть в разы мощнее, вот. Можешь послушать, просто оценить, да, качество, что мы делаем, как мы делаем и так далее. Собственно, все, теперь точно. Всем пока.